жребий выбрал Прометею в соперники команду из высшей лиги, Старый Луцкий университет. Как тебе игра, как тебе команда, как сегодня все сложилось? Давно здесь не играл, уже, наверное, лет 5. Как бы понравилось. Мне понравилось, что здесь публика поддерживает свою команду. Интересно, как бы молодцы. Хороший тренировочный такой матч, как бы отработать какие-то свои навыки. Мне, наоборот, нужно втягиваться, как бы очень хорошо для меня, что такой матч получился. Вот. Как бы победа есть победа, сделали то, что нужно. По игре, вот какую оценку игры бы ты сегодня дал? Ну, счет говорится сам за себя, как бы. Но команда соперника все равно не сдавалась, они упирались, старались, молодцы, как бы. Наверное, ты обратил внимание, здесь большое количество деток, да? Вот те, которые занимаются здесь баскетбольной секцией, они тепло достаточно встретили команду. Было ли это приятно вот, вообще? Конечно, всегда приятно. Всегда приятно, когда ты приезжаешь на выезде, например, и подходит с тобой либо сфотографироваться, либо там пять дать такое. Это всегда приятно. И это классно, что знают игроков, поддерживают свою команду, например. Очень тепло было в зале. Сегодня видел, как они гнали свою команду вперед. Классно, атмосфера классная.